Всем привет! С вами я, Hello Kids Cat. И сегодня мы поиграем в такую игру под названием Toca-Boca World. Да, я ее недавно скачала, я знаю. Но я не новичок уже. Потому что я просто скачивала и много раз удаляла. Потому что почему-то мне что-то не нравилось, либо просто надоедала игра. Сейчас белый экран, можно сказать, смерти, потому что он очень долго идет. Так, нажимаю на это лицо, чтобы оно прошло уже. И еще одна загрузка. Да, уж оставили бы ту загрузку с всякими вкусняшками. До сих пор о ней думаю и хочу ее вернуть. Кто тоже, ставьте лайк. Ну или хотя бы напишите в комментариях плюсик. Так, ждем. Заходим. Да, тут еще вот обновилось. Я знаю. И очень красивые появились. А маечки. Мне они очень нравятся. И вот как они выглядят. Я вам сюда вот куда-нибудь вот сюда ставлю картинку, как они выглядят, ну либо видео, я не знаю. И я уже сделала дом, он уже обустроенный, и персонажи тоже уже готовы и в нем спят. Ну сейчас мы их разбудим и будем на них смотреть. И плюс я с вами их познакомлю. Ну, вы поняли? Сразу скажу, как кого зовут и все дела. И как они сестры или нет. Видео будет, может, короткое, может, слишком долгое, я не знаю. Да-да-да. И у меня очень мало памяти, поэтому... Сегодня не рисунок в Эдис Пейнте. Вот мой главный персонаж, а это сестра моего персонажа. Она позитивная, и если что-то сделать, то она сразу заплачет. Ну, будет плакать. А это по типу как я. Да, я мечтаю себе такие локоны. И так вот. У моего персонажа? У нее такие волосы, как и у ее сестры, и все дела. Вот чьи это аксессуары. Аксессуарис. Можно поменяться. Им будет удивительно. Странненько. Вот так вот у них обустроена еда. Есть. Сейчас мой персонаж пойдет в магазинчик. У них слаймики, и не обращайте внимания на слаймы, какой они формы. Забудьте об этом. Нет, у меня игра зависла без слайма. О, всё. Так, сейчас она пойдет на улицу. И она уже пошла на улицу. Но сейчас посмотрим, как наша девочка. Я вас потом познакомлю. Как мне хочется вставать. Гав-гав, я вообще сплю. Можешь тоже поспать? Ну нет уж, лучше встану пока что. Так. Нет, это не красивый лук. Вот так вот красивее. Угу. И минуточку разговорчика с вами. Это типа я со своей сестрой. Не судите строго. Да-да-да. Характер у нас разный. Но не, на самом деле не очень, ну ладно. Пока что посмотрю, как наш живой. Живочек ты мой, да? Его зовут
Животчик. Нет, не животик, а живочек. А слово жвачка и живот. Какой ты милый. Ладно, пора приготовить мне поесть. Это вкусно, наверное. Так, вот и, наверное, картошку приготовлю. Наверное, вкусно. Так, пора покушать. Пинк. Милк и вкусненькие, ой, фруктики, овощи, ягоды, синева. Да-д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 а. Блин. Ладно. Она не взяла кошелек. Странненько. Где же она сейчас? А, ну да, получается в магазине. Она придет, интересно. Со своим кошельком или нет? О, ты нашла мой кошелек, спасибо. Но он тут и был. А, ну ладно. Фух, наконец-то она забрала свой кошелек. Стоп! А где мой телефон? А, надо позвонить на телефон сестры мне. А ты смотрела вообще, где свой телефон? Нет. Давай ты мне скажешь, где мой телефон, и я тебе вот это дам. Дурочка, ты смотрела на полочке? Спасибо, но все равно это заберу себе. Ладно, ладно, заберу тебе. Отдам тебе. Да, моя бумажечка. А куда он еще? Телепортироваться. Ребят. Он телепортируется. Он ходит. Ребята, видели, он ходит. Ба! Мистика какая-то, никуда я не пойду.
Вкусняшка. А пальчики облизить. Ладно, ребят, всем пока-пока. До новых встреч. Я думаю, вам понравился мини-фильм. Но мы заканчиваем наши смешные представления. Всем пока-пока.